Алло, народ, с вами Аджай, 10-я часть прохождения игры Дом 3, BFG Edition. Так. У нас нет времени. Найди плазменный излучатель, быстро! Идем искать плазменный излучатель. Так, здесь не пройти, идем обратно. Опять это гранатометчик. Все кушают. Блять, оборзел что? Колебали уже пугать. Медицинский отчет 16/8, 2 ноября 2145 года. Больной ленивостью шансов. Умер вчера в 15:40. У рядового центра развилась паранояльная шизофрения в тяжелейшей форме с галлюцинацией. Слабоумие. Лечение оказалось неизвестным. Единственным признаком расстройства была паранойя. Прилагается запись G8A, рядовой Стив Дженсен, 18 октября 2145 года. Послушаем. Психиатр доктор Хупер, пациент рядовой Стив Дженсен, 27 лет. Чё они не пиздят? Я псих. Но я врач. Я хочу помочь тебе. Помочь? Нам уже ничто не поможет. Во время следующего осмотра больного, через трое суток после первого, обнаружилась быстрая регрессия физических и умственных функций. Поведение не соответствовало ни одному из известных паттернов. Прилагается запись H32, рядовой Стив Дженсен, 21 октября 2145 года. Что ты видишь, Стив? Скажи. Я не хочу это видеть. Они скоро будут здесь. И тогда вот все. И ты можешь сказать, что ты видишь? Стив, пациент не реагирует. Сеанс окончен. Мы исчерпали все возможности медикаментозного лечения. Я обращался за консультацией к психиатрам на Земле, но пока не получил от них дополнительных данных. Мы просто бессильны. Что это было? Блин, на толстяка нужен больше патронов. Здрасте.
Так. Полет. Очень вовремя, ребята. Черепа такие, блин. Обезьяни, что? Ух ты, ёпня, бля. Бля. А вот и все. Так, не падать. Приятного аппетита. Так, шеф Абрамс, какой же там был код у него, блин? Или нужно другого искать? По-моему, нужно другого чувака искать, чтобы BFG. Ладно, пойдем поищем потом. Система подачи галлона отключена. Доктор Рой сказал, что бежит в хранилище, скачать нужно ставить в хранилище, ставить в хранилище. Так, код был установлен. 972.
Питер, да. Да то же самое. Все. Припас от BFG как раз. Все готово. Так, все мы здесь продули, все мы здесь сделали. Идем дальше. Блять. Лаборатории Дельта, 20 октября 2145 года. Сегодня я наблюдал третье испытание телепортатора. Третье за три недели, что я провел здесь. Добровольцев набирать становится все сложнее и сложнее. И нетрудно понять, почему. Они возвращаются вопя, как безумные, о демонах, о морях крови, огонь, сера, все такое. Сначала я не обращал на это особенного внимания. Просто занимался своим делом. Но последним был Роберт Клейтон. Я встретил его в первый день своего пребывания здесь. Чтобы сломать такого крепкого мужика. А теперь он сидит в изоляторе с мягкими стенками, обколотый транквилизаторами, и пускает слюни. Драпать отсюда надо, вот что. Согласно просьбе, излагаю мои впечатления от первого путешествия сквозь портал. Рядовой первого класса Фрэнк Синдерс. 15 октября 2145 года. Даже не знаю, с чего начать. Ну, раз уж я пишу этот отчет, значит, я выжил и чувствую себя от этого неплохо. Не замечая в себе ничего из того, о чем докладывали другие, прошедшие через портал. Ну, я все еще пытаюсь разобраться. Что могу сказать? Мы открыли какую-то мерзкую дыру, которую лучше бы не открывать. Слава богу, там вряд ли есть жизнь, но огонь, жара, зловоние. Пахло смертью, тлением и горелым мясом. Завтра мы ведем туда компанию яйцеголовых. В смысле, сотрудников научного отдела. Выставим передовые посты и начнем высылать разведывательных роботов. Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие. Зачем мы вообще туда полезли? Что, кому хотим доказать? Не понимаю. Рядовой первого класса Синдерс, доклад закончен. Yeah.
Так, от 114 хранилища, еще хрен знает. Так. Так, так, так. Сохранимся. Так, здесь мы изначально уже были. 112. Так, 538, по-моему. Странно. Найди излучатель и принеси его мне. Скорее! Хотя я уже забыл, что ему надо, блин. А. И у лаборатории тогда должен быть излучатель, ёпта. Так, вроде бы я там вспомнил, он там писал 901, ему письмо пришло, что нули недопустимо, 0 заменили на 3. Паунтек. 3.1. Точно. Вот он. Большое финишное мочилово. Старую связь, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, здесь мы уже были. Что-то я здесь пропустил, наверное. Точно. Так. Вот он, плазменный излучатель. Точняк. Говорю, что-то пропустил, бля. Пять.
Надеюсь, больше неприятностей не будет здесь. Погнали. Система готова. Ну что, послушаем диск, точнее посмотрим. Меня зовут Йен Маккормик. Я научный сотрудник марсианского филиала UAC. Я работаю, то есть работал, под руководством доктора Малькольма Битругера, помогал ему ставить различные эксперименты. Хотя весь последний год мы занимались только телепортацией. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда живым, поэтому я записываю этот видеодиск, чтобы люди знали, что тут случилось, и не дали этому ужасу повториться. Сначала эксперименты по телепортации были невероятно увлекательны. Мы создавали новую науку, нас пьянили новые горизонты, мы чувствовали, что производим переворот в жизни человечества. Я гордился тем, что участвую в таком потрясающем проекте. Гордился тем, что работаю бок о бок с гением. Еще во время самых первых экспериментов мы заметили, что телепортация происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Причем время этой задержки варьируется. Телепортация происходит следующим образом. Объекты разбираются до квантового уровня, переносятся и вновь собираются в точке выхода. Каждый этап этого процесса должен был осуществляться мгновенно. Но мы так и не поняли, откуда берется задержка. Мы отправили через телепорт робота с видеокамерой и были потрясены. Робот успел отснять несколько кадров, и с них прямо в камеру смотрело несколько пар глаз. Мы обнаружили новую форму жизни. Битругер немедленно отправил запрос на присылку добровольцев, желательно из числа солдат охраны. Он хотел поймать этих существ живыми. Я сделал много ошибок в своей жизни, но есть один поступок, которого я буду стыдиться до конца дней. Нам нужно было получить разрешение медиков на отправку людей через телепорт. И я подделал несколько отчетов, чтобы показать, что мы якобы ставили эксперименты на живых тканях. Тогда я пошел на подлог без зазрения совести. Но через несколько дней, когда мы пропустили через портал третьего испытуемого, он отгрызал собственные пальцы. Судя по всему, он сошел с ума. Мы стали отправлять людей группами, примерно раз в два дня. Вернувшись, люди рассказывали чудовищные вещи и показывали страшные фотографии. И в конце концов мы поняли, что открыли путь не просто в иное измерение. Мы открыли портал в преисподнюю и пытались захватить для анализа чертей. А потом доктор Битругер сам отправился через портал. Не знаю, чем он думал. Этот эксперимент не планировался. Он просто включил портал и ушел. Мы не смогли его остановить. Он вернулся... Он выглядел так же, говорил так же, но не знаю, что-то было не так. В
конце концов он сделал немыслимое. Взял душекуб, артефакт, который нашли в руинах, и унес его за портал. Стабилизаторы портала отказали, и на базе разверся настоящий ад. Какие же мы дураки. Нам надо было уничтожить порталы, как только мы поняли, что там на той стороне. О, Господи, прости меня. Что же я натворил? Кто-нибудь, не дайте этому повториться. Простите. Так, уже все понятно, открыли дорогу, вот. Пик-пик. Опять 9. Ух ты, ёпта, бля. Черт, жутковато становится. Сплошная жуть.
собственно. Ты меня напугал. Рад тебя видеть. Я надеялся, что пришлют несколько больше людей. Я препарирую один из экземпляров, которые нам удалось раздобыть. Ищу какое-нибудь врожденное слабое место, что помогло бы остановить их. Но пока ничего не обнаружил. Слишком мало времени. Я останусь здесь и буду искать дальше. В соседней комнате лежит броня и боеприпасы. Код к шкафу 624. Бери, пригодится. Я останусь здесь. Если что-нибудь обнаружу, запишу результаты в базу данных. Молодец. Ну ладно, ребят, я думаю, закончим на этом 10 главу, 10 часть прохождения Дом 3 BFG Edition. Всем, кто смотрел, спасибо. Если понравилось вам мое видео прохождение игры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока.